Всем привет, с вами Тимоха, и вот таки наступил тот день, когда мы можем завершить финальный четвертый этап в ивенте 21 Pilots и получить себе в инвентарь вот такую вот желтую бандану с надписью 21 Pilots и вот такой вот тризубец. Ладно, я знаю, что это Сай, вы мне, блин, все комментарии этим исписали, все, я понял, это Саи с и краткой, все, ладно, погнали скорее получать эти две вещи. Хочешь дешевых робуксов, которые приходят ну очень быстро? Тогда rbx3.gg точно для тебя, ведь там не нужно будет ждать 14 дней. Вы только посмотрите, какой приятный курс. 25 робуксов стоят всего каких-то 10 рублей. Так и придут они на твой аккаунт всего за каких-то 5 дней. А если ты мечтаешь получить бесплатные робуксы, тогда переходи в официальную группу ВКонтакте rbx3. Там постоянно проходят розыгрыши на робуксы и различные активности, благодаря которым именно ты можешь стать тем счастливчиком, который заберет бесплатные робуксы себе. Все ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. Для начала заходим в этот плейс, ссылка на который будет в описании, и, конечно же, ребята, бежим опять-таки за мной в нужный нам портал. Забегаем в портал и телепортируемся в плейс Creatures of Sonaria. Если вы, как и я, играете в этот плейс впервые, то нам предложат создать нового персонажа. Я рекомендую вам брать летающего, вот этого вот зелено-красного берекеука, боже. Нажимаем принять, тут типа надо будет создавать еще внешность, я на это забил, просто нажимаю играть, и все, нас телепортируют в игру. Если мы нажмем на иконочку Сай слева снизу экрана, то мы поймем, что нам нужно делать. Если вы в English не очень шарите, то сейчас я вам все расскажу. Для начала нажимаем на клавиатуре кнопочку H, и нам подсвечиваются на карте нужные нам маркеры. Как бы вот все так просто. Теперь нам просто надо лететь на вот эти вот маркеры с изображением Сай. Всего таких маркеров по карте 3. Полетели их искать. Для того, чтобы нам засчитали маркер, нам надо просто подойти к нему. И да, если у вас закончилась стамина, которая обозначается вот здесь вот слева снизу, то просто постойте на месте, ничего не делайте, просто стоим и восстанавливаем выносливость. После того, как она восстановится, мы можем дальше продолжать наше путешествие. После того, как мы заденем последний тотем, нам надо будет подлететь к телепорту. Опять-таки жмем на кнопочку H и летим на метку.
просто влетаем в этот портал и нас телепортируют в какую-то непонятную комнату, в которой, как я понял, нам надо найти 6 секретных символов. Нам надо найти как раз таки эти саи, которые вот в таких вот значках расположены по полу по всей этой комнате. И после нахождения последнего, финального, шестого сая, мы получаем нашу желтую бандану в Roblox инвентарь. И теперь вы спросите, как же получить в свое распоряжение вот эту вот замечательную саю, трезубец, иначе. А все довольно просто, хотел бы сказать, но на самом деле немного сложновато, потому что вам надо пройти 3 квеста. Ссылка, если что, на плейлист с прохождением этих квестов появится вот справа сверху. Нам надо выполнить 3 квеста в разных плейсах по ивенту 21 Pilots. Еще раз скажу, что прохождение всех этих квестов есть у меня на канале. Если мы прошли эти квесты и получили предметы, то мы можем заходить в официальный плейс 21 Pilots и... Да, просто после захождения мы сразу получаем себе саю в распоряжении, и она появится у нас в инвентаре в разделе «Бэк». Ну, а на этом, можно сказать, ивент 21 Pilots наконец-то официально завершен. Ну, конечно, если вы хотите посмотреть на концерт, который, кстати, обещает быть довольно-таки хорошим, там прям 3D-моушен, захват движений был у этих, у главных героев, будут танцевать по всей карте, что-то там делать, двигаться. Вроде обещает быть довольно-таки круто, но будет это у меня довольно поздно, где-то через часа 3-4 начнется концерт, как после выхода этого видео. Поэтому я, скорее всего, не попаду на премьеру, а попаду просто на запись. Ну, пишите ваше мнение обо всем этом ивенте в комментариях, как он вам вообще понравился. Мне лично вот эта вот идея с тем, что каждые пару дней происходит какой-то движ, это довольно интересно и как бы держит, так сказать, в тонусе. И опять же, еще раз скажу, я очень рад тому, что теперь ивенты начали быть более-менее нормальными, а не как раньше, просто зашел, забрал вещь и вышел, все. Сейчас надо хоть что-то сделать, чтобы получить вещь. Это придает вещи, которую мы получили, хоть какую-то ценность. Ну а если впервые, то не забываем подписываться на канал, звонить в колокольчик, ставить лайки, звать друзей и, конечно же, присоединиться в наш Дискорд-сервер. А с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи. И, конечно же, я благодарю тех людей, которые донатили мне на стримах. Спасибо вам огромное, ребята.